Приговор – это как день рождения, только бывает гораздо реже, и потому относиться к нему надо соответственно. Именно к такому выводу я пришел, читая письма, которыми вы буквально засыпали меня в последние дни. Минутное выступление женщины в мантии, едва заметной за спинами журналистов, не стало интригой и не повлияло, в общем-то, ни на что, но послужило поводом списаться со старыми приятелями, о которых я не слышал уже несколько лет, а также познакомиться с множеством новых замечательных людей, узнав массу увлекательных историй и получив невероятное количество слов поддержки. Соседи смеются. Перед судами сидел и писал весь день, вернулся со сроком и опять пишет. Мне действительно важно не терять и не оставлять без ответа ни одно письмо, но порой получается так, что они зависают где-то на полпути и всплывают спустя несколько недель. Ну или не всплывают. Поэтому я прошу вас сделать следующее. Если вы писали мне через систему ФСИН письмо больше месяца назад и до сих пор не получили ответ, воспользуйтесь формой обратной связи на сайте ФСИН письма. Сообщите, что адресат не получил письмо, и его надо выдать повторно. А если мой ответ на ваше письмо не прошел цензуру, просто напишите еще раз, и я постараюсь его переформулировать, а заодно получить разъяснение от цензора. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить каждого и каждую, кто пишет, донатит, ходит на суды и распространяет информацию, кто не остается равнодушным и не проходит мимо. Вы лучшие, и вместе у нас с вами все получится. Мы сделаем Россию свободной.